Итоги 2023 года Павлодарской области. С начала года в области создано 28,6 тысяч новых рабочих мест. В рамках реализации национальных проектов реализовано 195 проектов и создано 1213 рабочих мест. В ходе предоставления микрокредитов для молодежи под 2,5% годовых на реализацию новых бизнес-идей собственное дело открыли 168 человек. Приобретено 400 единиц медицинской техники и оборудования. Проведен капитальный ремонт 20 объектов здравоохранения. Обновлено 37 единиц санитарного транспорта. Построено 3 школы в селах Павлодарской области. Приобретены 46 школьных автобусов для детей из малокомплектных сел. Посевная площадь области составила 1,6 миллиона гектаров. Выдано 200 микрокредитов, создано 350 новых рабочих мест по программе «АУИЛ Аманаты». 120 новых автобусов запущено в Павлодарской области. Реконструировано и отремонтировано 692 километра дорог и улиц. Более 200 новых авто получили полицейские Павлодарской области. В рамках модернизации сельского здравоохранения строится 30 медицинских объектов с охватом 15 тысяч человек.